Котласский травник Иосиф Широкий известен не только в Котласе, но и далеко за его пределами. Всю свою жизнь он посвятил изучению лечебных свойств трав и растений. А после того, как восстановился после тяжелой болезни, решил передать свои знания другим с помощью книг. Их он выпустил уже 12. В каждой собраны уникальные народные рецепты по излечению сотен заболеваний, от насморка до новообразований. И стал себя лечить. Вначале себя, близких, родных, а потом дальше больше. И вышла первая книга «Поклонись травинке каждой». Действительно, надо поклониться, чтобы травинку забрать. Новая книга Иосифа Широкого называется «Рак. Профилактика и лечение». В свет она вышла в этом году тиражом 3000 экземпляров. Живу вот 23 года уже, 4 операции перенес. На себе испытал силу природы. У родных и близких для начала, а сейчас вот книгу даже вот издал. Люди тут, и фотографии, и телефоны, и адреса живут. И слава Богу. Иосиф Широкий верит в силу природы и в то, что народные средства могут помочь в самой, казалось бы, непоправимой ситуации. 40% лекарственных препаратов в аптеке на базе лекарственных растений. Но то консервы, и вся эта медицина пошла от народной медицины. Не мудрено, что к котласскому травнику обращаются люди с разных уголков страны. А он, в свою очередь, делится с ними опытом в лечении травами, которые испробовал на себе. Если вас заинтересовали книги Иосифа Широкого, обращайтесь по телефонам, указанным на экране.